Раиса Рязанова, Лариса Лужина, Сергей Никоненко. На них сегодня собрался посмотреть полный зал филармонии. Зрители уже в предвкушении, ведь это звезды старой закалки. Они всегда показывают лучшее. Сегодня все актеры замечательные. Просто помню их уже много лет. Смотрим их и на спектакли уже ходили, они к нам уже приезжали. Удовольствие, радости. Пока самарцы обсуждают то, что еще не видели премьерный в Самаре спектакль «Аккомпаниатор», народный артист беседует с репортером. Разговор, конечно, о предвкушениях вечера, о том, что ждет зрителей и чего ждут сами артисты. Ведь «Аккомпаниатор» – благодатная тема, не только повод выйти в свет, но и вновь подумать о темах вечных, глобальных, о дружбе, верности и любви. В спектакле очень много добрых посылов авторских, потому что играем-то уже люди преклонного возраста. И все трое, они, так сказать, вступают в конфликт, как будто бы вступают в конфликт с молодым человеком, а потом выясняется, что молодой человек – прекрасный человек. На Боже! Чу! 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 Сам! Что ты прыгаешь, как козел? Почти три часа столичные актеры провели на сцене филармонии. Они играли на чувствах отцов и детей, пытаясь показать разницу между двумя поколениями. А в финале развеяли все сомнения. Молодые и пожилые могут дружить, и не так уж они и различны. Ведь каждому возрасту покорны чувства дружбы, верности и любви.